Организатор такого диалога поставщиков и госзаказчиков – Общероссийский народный фронт. Основная тематика работы площадок – борьба с картелями и сговорами. Гостей из десятков регионов России поприветствовал губернатор Краснодарского края. Проблемы, которые вы поднимаете, это наши проблемы. И, знаете, лучше эти проблемы решить на стадии занозы, пока они не превратились в нарыв. И где бы она ни была, эта заноза, в кабинетах чиновников, в том числе, если объективно, и в бизнесе, там тоже достаточно такого теневого, сомнительного бизнеса. Здесь должна быть объективность. Общероссийский народный фронт сориентирован на результат. Потому что как раз результаты от нас с вами и ждут. И здесь мы абсолютно, я могу смело сказать, с вами союзники. Потому что я тоже, еще раз подчеркиваю, хочу добиться результата. Ведь важно, насколько мы вот эти финансовые наши возможности трансформируем в реальную жизнь. В дороге, освещение, детские сады, школы, дома культуры, поликлиники. Все, что так нужно для жизни. В зале собрались тысячи общественников, представителей органов власти, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной антимонопольной службы, Контрольно-счетной палаты и предприниматели. В ходе работы площадки состоится стратегическая сессия по разработке регламента взаимодействия активистов Общероссийского народного фронта и представителей надзорных и правоохранительных органов.